Всем привет, дорогие друзья! Но у меня, как всегда, не без приключений. Мы сегодня были в храме утром, потом поехали на пляж в Сан-Хуан. И когда возвращались обратно, долго ждали трэм. Здесь у нас ходят такие поезда между городами, очень удобно. Они как идут над землей, так и под землей. Короче, 15 минут, и ты дома. В итоге, стоим мы на остановке, подъезжает этот поезд. Я с коляской, то есть как бы видно, да, понятно, с маленьким ребенком. И передо мной просто, не то что не уступили мне дорогу, а просто мне под колеса, через коляску начинают щемиться 4 жирные старые бабы. Я ничего не имею против толстых и старых, но в этот момент я просто так их охарактеризовала. Из Украины. Да, такие какого-то села колхозного в таких тапочках, с подсолнухами футболка. Я говорю, спасибо большое, что пропустили. Они, а что такое? Можно было вежливо попросить на украинском. Я говорю, да? Я говорю, я вас вежливо попросила. Я говорю, якщо вы сюда понаехали, типа если вы сюда понаехали, я говорю, ведите себя культурно. Субординацию, пожалуйста, имейте. Говорю, я с ребенком на коляске. Говорю, можно было пропустить? А что, вы тут не понаехали? Я говорю, я тут местная. Я говорю, идите на... Вот так вот я им сказала. Хорошо, что я была еще в компании с друзьями, и мне не пришлось просто развернуться и плюнуть им в рожу. Вот, колхозную, реально. Понаехала просто быдло всякого. С каких-то сел, с колхозов, с каких-то, не знаю, деревень. И оно вот это вот быдло, понимаете, не имея ни воспитания, ни образования, ни каких-то моральных ценностей, приехала до Европы. Украина – это Европа. Нет, с вашим менталитетом, с вашим отношением к жизни, к тому, как вы относитесь к людям, Украина – это вообще не Европа. Вы к европейцам не имеете ничего общего. Фу, как меня прям бомбануло, меня так реально триггернуло. Говорю, слава богу, что я была трезвая, и если бы я была выпившая, я бы уже полезла с ними махаться. Просто приехало какое-то вот такое вот быдло западно-раульское, на которое на украинской мове разговаривает. А знаете, я так такая, я с ними тоже. Они поворачиваются, они думали, что я русская. Ну, правильно думали, собственно, я и есть русская. Но я им так на украинском языке. А що? Говорю, я вас що, не вежливо попросила, чи що? Говорю, які у вас запитання до мене? А ну-ка. Они такі, фу, фу, блядь. Прошу прощения, ребята, просто эмоции, не могу держать в себе эмоции, когда это бывает, происходит. Но в целом, в общем и целом, мы потом пошли подальше, пересели. Я вам к чему это все рассказываю? К тому, что приехали действительно колхозники вонючие и строят из себя тут лялей, которые одеваются, знаете, как одевались так вот на рынке продавать картошку, так они и тут одеваются. Как они ходили по Седовой и кричали «Кукуруза, пахлава медовая, рапаны, миди». Вот так вот они продолжают так и ходить и здесь. Ничего не меняется просто. Горбатова могила исправит. Можно вывести женщину из деревни, но деревню из женщины невозможно вывести никогда. И это факт. То же самое это относится ко всем хохлам. Можно вывести хохла из Украины, но вот эту вот хохольскую натуру из них не выведешь никогда. Фух. Все, я выговорилась, я вам все сказала. Желаю всем отличного дня и прекрасного воскресенья. Да. Я вас люблю. Быть добру.